Открытый диалог. Сотрудники управдома Ленинского района уже не в первый раз встретились с жителями, что называется лицом к лицу. Именно так, говорят, в управдоме можно сделать работу более эффективной. На встрече обсудили самые актуальные вопросы. Здесь можно все услышать, обо всем поговорить. Что-то там не так в доме делается, можно здесь все сказать, все высказать. Тема разговора – плата за ОДН и выполнение плановых работ. Формат встречи – подробный рассказ о том, на какие именно нужды идут деньги, что помогает, а что препятствует проведению ремонта в домах. Активно обсуждался вопрос установки и обслуживания общедомовых и индивидуальных приборов учета, помогающих жителям экономить. Допустим, в Ленинском районе, квартирные, я имею в виду, в Ленинском районе 9 тысяч счетчиков. То есть квартир надо заменить счетчики, потому что они... весь свой ресурс, который можно выработать, и они работают некорректно. Поэтому возникает вопрос. И начисления, соответственно, выходят большие. Управляющая компания Ленинского района обслуживает более 560 домов. Для тех жителей, кто не имеет возможности присутствовать на собраниях, она разработала онлайн-сервис. Он помогает собственникам управлять своим домом совместно с компанией. Через сайт можно задать интересующий вопрос, обсудить общедомовые нужды с соседями, оставить заявку на проведение ремонта, контролировать ее исполнение и даже поставить за это оценку. Там же можно передать показания счетчиков и платить жилищную квитанцию. Юлия Михайлова, Денис Сахаров. День в событиях.